Всем привет, друзья, с вами я, то ли Skyfall, то ли Варчик, короче, какой-то там танкист. В этом видео я вам расскажу невероятную новость. Если зайти на сайт, на котором мы уже довольно-таки часто были, и он отображает статистику танков по количеству боев, по ВН-8, по урону, в принципе, там есть проценты побед по разным серверам, там можно посмотреть буквально все и понять, на каких танках стоит играть, на каких не стоит. Можно поднимать статистику, на которых лучше не играть никогда в жизни. Полистав очередной раз этот сайтик, я заметил, что Скорпион Г это самый популярный танк среди прем-танчиков. Даже, наверное, если не брать прем-танчики, он все равно самый популярный сейчас танк. Во-первых, картошечка нас приучила следить за прем-танчиком, и это, наверное, самое интересное, что есть в этой игре, ведь разработчики уделяют разработке прем-магазина времени больше, чем разработки самой игры, в частности улучшения геймплея в этой игре. Поэтому неудивительно, что прем-танк является на первом месте по количеству боев за последнее время, даже не то что на ру-сервере, наверное, вообще в принципе в игре World of Tanks. Сейчас Скорпион Г самый популярный танк. И в этом есть еще одна причина, почему так. Если вы не замечали или не играли в последнее время с включенным чатиком, то я вам скажу, я хоть и сам последний раз чат включал года два назад, на твинке, на котором я сейчас катаюсь, чатик был включен целую неделю. Как же плачут люди, которые качают танки. У меня у самого пригорает от баланса, потому что ты на любом уровне, качая танки, ты находишься внизу списка. То же самое касается восьмых уровней. Скорпион Г не исключение. И все остальные прем-танки восьмого уровня, они почти всегда находятся внизу списка, играя против десяток. И в этом тоже скрывается причина того, почему из прем-танков Скорпион Г самый популярный. А все в том, что Скорпиону все равно, в какой уровень боя он попал. Против шестерок, против десяток. У него есть такой дрын, который бахает по 500, неважно кому. Единственный минус у этой пушки, это скорость полета основного снаряда. Он летит медленно, поэтому упреждения нужно брать побольше. Но в принципе, если вы это понимаете, вы просто берете упреждения чуть больше, чем обычно, и все, никаких проблем в принципе нет. У этой пушки точность 0.3, сведение 2.1, ДПМ 2400, пробитие 246 ББшкой, 311 под калибером, 65 фугасом, альфа 490, фугасом 630. В принципе, этот дрын решает все проблемы. И только благодаря этой пушке, этот танк является самым популярным. Ну и плюс ко всему, у этого танка есть очень хорошая подвижность. 17 удельная мощность, максималка 60, плюс еще башня, которая медленно вращается, но она есть. Два самых главных параметра, которые нужны в этой игре, пушка и скорость, у этого танка есть. Ну а третье, броня. Меня лично она никогда не интересовала в игре World of Tanks, потому что она, то она есть, то ее нет. Сегодня она пришла, эта броня, завтра она куда-то там ушла. Послезавтра она пьяная, там где-то валяется. Ищи эту броню, где она там в этой игре броня. Ее здесь нет, и ты сразу понимаешь, что танк не танкует. Никогда и никак, и ничего. А то вроде бы у некоторых танков броня есть, а все остальные параметры из-за этого хуже. А броня такая типа, здрасте, я сегодня пьяная. Ну что там, танковать надо? Да ну нафиг. И все. Также обзор у этого танка, конечно, 360. Это немного, но давайте я вам посоветую, что на этот танк поставить. И вы поймете, что в принципе 360 это неплохой обзор для ПТ. Тем более вы будете все равно стрелять с кустов, через пол карты. В ближнем бою на этом танке крайне тяжело играть. И прибегать к ближнему бою нужно только в последний момент. И там уже пользоваться своими умениями, скиллом, навыками, скоростью реакции. Конечно же, у вас всего этого нету, но вы держитесь. Умелые СТ-воды смогут на Скорпионе в ближнем бою что-нибудь сделать. Чё я милю, какие умелые СТ-воды в World of Tanks в 2018 году. Короче, модули, расходники и перки. Досылатель, сведение, просветленка, большая ремка голдовая, маленькая аптечка, доп-паёк, шоколадка так называемая, по перкам маскировка,
ремонт, 2 перка на стабилизацию, 2 перка на обзор. В принципе, танк готов. Вот, в принципе, и все. Самое главное в Скорпионе, я вам скажу одно, это доп-паёк. Если вы играете на Скорпионе без доп-пайка, вы не играли на Скорпионе еще ни одного боя. Как только вы поставите доп-паёк на этот танк, вы поймете, что это совсем другой танк. И те люди, которые говорят, что там у Скорпиона понельфили, я когда его купил, он бахал, стрельнул урон. Время прошло, не вообще никуда не попадаешь. Что за херня, понерфил Витя прям в бою, понерфил мой танк. Ёб твою мать, вы сука, эти разработчики, пиздец. Поставь допаёк на танк, все. А что касаемо, в принципе, прем-танчиков, ну, в принципе, сейчас на первых местах по популярности прем-танки, которые выигрывают гонку вооружения. Это, конечно же, Скорпион, и на втором месте с двукратным отставанием итальянский средний танк премиумный Прожетто 46 или 40, какое он там у него число, неважно. В принципе, мне Прожектор нравится больше, потому что я люблю средние танки. Но сказать, что Скорпион хуже, я не могу. Просто Скорпион чуточку другой, совсем другой. Вот, в принципе, и все. Это два, наверное, самых офигенных прем-танка на данный момент. Остальные танки отстают с таким отрывом по количеству боев, что такое ощущение, что их вообще нет в игре. Такое ощущение, что все сейчас играют на двух танках. На Прожекторе и на Скорпионе. Все. Всем спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки. Отписывайтесь, дизлайки ставьте. Комментарии пишите. В общем, требуйте с меня контент. Пока. Играйте красиво.